благородство, честность, порядочность. Не становятся ли эти понятия раритетами сегодня для той публики, которая приходит в зал? Вы знаете, они раритетны по природе своей, потому что они уникальны. И в то же время это в каждом человеке есть. Жизнь давит, мешает проявить. Мы бываем разные. Мы забываем себя. Потом нам стыдно. Если у нас есть еще такое раритетное понятие, как стыд, то тогда мы еще люди. И ежели мы будем касаться высоких понятий, как благородство, честность, достоинство и так далее, то как сохранить себя, как не разменять себя. Хотя бываем разными очень, бываем трусливыми и от этого забываем о собственной чести. Потом кусаем подушку, во что же я превратился, как вернулся, пытаемся мстить, а это получается не отстаивать себя, а так огрызнуться и опять свалиться куда-то в какую-то мелочь. И это меня тоже очень волнует, потому что это происходит на каждом шагу кругом. И тем не менее я уверен, что когда-то папа с мамой говорили мальчику, он плакал, потому что ему было стыдно. Вас никогда не предавали, друзья? Предавали. Как вы выходили из этого положения? По-разному, чаще отсекал этого человека.